На перекрестке улиц Ленина и Лермонтова работа кипит полным ходом. В нескольких метрах от многоквартирных домов производится замена газопровода. Согласно плану, подрядчикам установлены дорожные знаки, а также ограждения. Однако специалистами муниципального контроля был выявлен факт нескольких нарушений. В связи с тем, что работы проводятся в непосредственной близости к домам и детской площадке, разрытие необходимо огородить сеткой. Подрядчик обязался устранить все недочеты в самое ближайшее время. Еще одни масштабные работы по прокладке канализации ведутся на Пионерском проспекте. На этом участке точно такое же нарушение. Ограждения и знаки о том, что ведутся работы, есть только со стороны проезжей части. Мы не увидели ограждения со стороны пешеходной зоны. Сейчас вы работы проводите в первой курортной зоне, города-курорта. Пешеходная зона Пионерского проспекта, где расположено еще много санаториев, где отдыхают люди. С той стороны обязательно то же самое должно быть ограждение. Хорошо. Вот. Значит, вот именно сейчас за отсутствие данного ограждения, ребят, мы обязаны составить протокол. За несоответствие требованиям правил благоустройства на подрядчиков составляется протокол, который будет рассмотрен на административной комиссии. Кроме того, на каждом участке, где проводятся работы, должен находиться паспорт объекта. Сотрудники должны проводить работы в форме, и спецтехника должна иметь информационный лист. В центральной части города, на пересечении улиц Астраханская-Самбурова, работы по замене труб перед отопительным сезоном на финальной стадии. Нареканий к этому объекту нет. Ограждение соответствует требованиям. Сотрудники осуществляют работы в форме. Дорожные знаки и паспорта объекта установлены в соответствии с орденом на разрытие. По окончанию работ ОАО «Теплоэнерго» до 5 октября должен восстановить асфальтовое покрытие на данном участке. Помимо разрытий, сегодня начались работы на центральной улице города. ДРСУ «Вираж» производит замену бордюров, подъем канализационных люков и замену асфальта на улице Крымской. Контроль за соответствием правилам благоустройства при проведении и восстановлении участков после работ будет осуществлять Управление муниципального контроля.